Анонс и точки до выхода 7 по 12 серию нового сериала «Настоящий». 7 по 12 серию сериала выйдут на 5 канале 12 ноября. Александр Волков был спецназовцем и прошел ужасы войны, но по зову сердца главный герой решил уволиться, чтобы посвятить всего себя Господу и семье. Отставник отучился в семинарии и официально был посвящен в священники. К сожалению, умерла его жена Алена, которую Саша искренне и нежно любил. Лишь благодаря православной вере вдовец справился с горем. Ветерана направили продолжить службу в его родной городок Старовольск. Прихожане уважают отца Александра. Патриот является для них опорой не только в духовном смысле. Церковник всегда готов защитить людей, ставших жертвами произвола криминальных структур. Обладая превосходной военной подготовкой и обостренным чувством справедливости, батюшка придерживается мнения, что добро, как говорится, должно быть с кулаками. А вершить жестокое правосудие над грешниками и бандитами святому отцу помогает его давний боевой товарищ Юрий Вязин, который занимает пост заместителя начальника местного РУВД. Суровому настоятелю удается выполнять свою миссию. При поддержке друга он эффективно борется с преступностью в Старовольске и помогает хорошим людям. Внутренний конфликт не дает Волкову покоя, ведь его брат – криминальный авторитет. 7 по 12 серию сериала выйдут на 5 канале 12 ноября. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.